Всем привет! Сегодня я приготовлю бисквит на сгущенном молоке. Форму я буду брать диаметром 27 на 32. Мне нужна такая вот форма квадратная для моего тортика. Точное количество ингредиентов напишу внизу в описании. Нам нужно будет здесь у меня мука вместе с разрыхлителем, яйца, растопленное сливочное масло, сахарный песок и сгущенка. Для начала взбиваем хорошо в пышную пену яйца вместе с сахаром. Пока взбиваются яйца с сахаром, соединим вместе сгущенку со сливочным маслом. Вот такая пышная масса должна получиться. Духовка разогревается до 160 градусов. Сейчас яично-сахарную смесь просею муку вместе с разрыхлителем частями и аккуратненько вымешаю сверху вниз. Сюда же отправляю сгущенку вместе со сливочным маслом. Переливаю тесто в форму. Форму можно брать круглую. Если берете круглую, то диаметром 18-20 сантиметров выйдет на 3 разрезанных бисквитика. Отправляю в духовку. Точное время скажу после выпекания. Бисквит у меня выпекался почти 20 минут. Красивый, получился очень-очень ароматный. Оставлю вот так вот остывать. Когда остынет, буду вытаскивать из формы. Бисквит остыл, теперь можно его аккуратненько вытащить из формы. Вот такой вот бисквитик получился. Очень ароматный, достаточно вкусный. Такой бисквит я очень часто использую для бенто-тортиков. Форма диаметром 10 сантиметров. И выдавливаю кружочки. Вот так вот получается 3 бенто-торта.